Всем привет из Анталии. Сегодня мы в Анталии. Среда, рынок по средам. Сигорта, вот оно здание, на нем большие буквы СГК. Либо остановка Hyundai, Сигорта. Выходите на остановке Сигорта. На первом этаже рынок овощи, фрукты. Я походил уже по нему, поснимал. Не хотел идти на второй, но увидел вещи, вертолет. Так и пройду, посмотрим вещи. Хотя бы просто, чтобы сравнить ассортимент с нашим аланийским. Опять ли вот это вот. А что это? Это наволочки на маленькие подушки, что ли? Сразу толпа людей. За этими наволочками, получается, стоят. О, ну тут сразу прям атмосферненько, так колоритненько. У нас такого нет. Сейчас немножко походим. Ну, цены я не знаю, они пишут тут или не пишут. Людей очень много. Во всех рядах много людей. Вот эти вещи по 10 лир. Детские футболочки, тут все такое. 10 лир, там вот по 5 лир меньше размеры. Так, надо нырнуть в какой-то ряд. Очень много людей, вы видите сами. Тоже 10 лир. Трусы по 10 лир там. Здесь по 5 лир все детское. Здесь обувь просто навалена, выбирайте себе. Был бы тут 47-й. Вот первый попавшийся взял, но где-то 44-й может быть. 47-й я даже не пытаюсь здесь увидеть, конечно. Цены не знаю, но, наверное, дешево. Ой, он такой большой тоже, офигеть просто. Даже детские вещи. Очень много людей, очень много. Причем повсюду, куда ни посмотри, башлира. 10 лир все. Слева кричит скидки. Обувь. По 20 лир. Обувь по 20 лир. Видите, сколько здесь обуви. Просто охренеть. Все что угодно. Любых тут начинает кроссовок. И вот такие вот боты. Чего тут только нет. Ну, по 20 лир я слышал. Может не все, может все. Здесь дальше. Тут тоже люди выкапывают. Главное выкопать то, что нужно. Интересно, так атмосферненько все выглядит, все везде кучи лежат, в основном всего люди подходят, а выкапываются. Прикольно. Тут цена, по 3 штуки 10 лир, короче, вот здесь вот все. 3 штуки 10 лир. Здесь таны 5, 3, бифт 10, 3 тапочки 10 лир, трое тапочек. Здесь 20 лир, вот это вот женские. Дальше тапочки по 10 лир. Офигеть, сколько тут много и продавцов, и покупателей. Сколько тут много товара. Вообще хорошо, что я сюда зашел. Джинсы по 50 турецких лир. Ну, такие, вот по 35. Ну, джинсы, может, громко будет сказано, но, в принципе, брюки, которые можно поносить какое-то время. Здесь по 5 лир вот это вот полотенчики. По 2 лиры полотенца маленькие. Трусы одни 3,50, 3 штуки 10 лир. 3 штуки 10 лир. 3 штуки 10 лир тоже. 3 штуки 10 лир. Носки 5 штук 10 лир. Так, ну давайте еще куда-то. Пойдем по прямой. Стой, 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 стой.
Ну, а тут джинсы, вот, наверное, по таким обычным ценам и людей нету. Такие более качественные. Более дорогие. Панталон, шалвар. Не знаю, кто такой шалвар, панталон. Вот 12.50. 12.50. Парча. Что такое парча, как переводится, интересно, 7.50. Вещи, штанишки там детские. Брюки спортивные, 20 лир. Ну, здесь более, ну, колоритно в плане того, что это больше похоже, наверное, на стамбульские рынки. Хотя на них не было, но я так просто думаю. У нас они стоят более цивилизованно, как-то более спокойно, а здесь оно все кипит, движется. Такой движ, везде горы одежды, ну, то есть сама атмосфера другая, она такая интересная, колоритная. Хорошо, что я поднялся. Видите, сколько людей. Очень много. 7.50 слева пижамки или что это у нас такое? 7.50. По 10 лир вот эти вот штанишки. Не знаю, женские, детские, чьи, на кого они. 10 лир. Вот они. Какие-то вещи. Да, прикольно. По лире носочки детские. Чем доберемся еще людей до Стамбула. По лире. Чай. Здесь посвободнее, а там в рядах везде толпы просто. По 20 лир от вещи люди откапывают, по 15 лир. Здесь же у нас готовится вкуснятина какая-то. Колорит восточного рынка в полной мере. По 15 лир сумки. Конечно, цена супер халявная. Я в сумках не разбираюсь, но 15 лир это можно пару дней поносить и выкинуть. Так что я думаю, это очень выгодная цена. Сумки, интересно, у него большие тоже дешевые. Рюкзаки, может, дешевые. Сейчас посмотрим. 10 лир детские футболочки красивые. Рюкзаки. Блин, там музыка. Не пойду в ту сторону. Вот эти свитерочки слева. Пять лир. Все цены в лирах. Люди, хватит у меня спрашивать, чем ехать в Турцию, с долларами или с ливра. В Турцию ехать с турецкими лирами. Если у вас их нет, ехать с картами, открывайте карты специальные, которые беспроцентные, снятие за границей. И приезжайте с картами. Снимать в банкоматах Зиратбанк, лучше всего Инкбанк и ПТТ.
25 лир рубль. Никакого смысла нет ехать сюда с долларом. Я тысячу раз говорил, и меня продолжают спрашивать, и потом продолжают мне доказывать, что я не прав. Ну тогда нефиг спрашивать, если не хотите слушать меня. Доллары вам совершенно здесь не нужны, потому что вы их покупаете в России по невыгодному курсу. Здесь идете, их меняете зачем-то назад на лиры, естественно, по невыгодному курсу. Потому что он не может быть выгодный в обменках, а в банках не меняют валюту иностранцам. Поэтому приезжайте с картами.